Так, друзья, вот такая красота. Вот она, первая вешенка пошла. Мы ее нашли. Поэтому буду снимать частями, что да как. Это моя красота идет ножом. А это вот такая красота, ребята, растет. Смотрите. Красота. Вот моя рука и вот такая грибничка. Как бы отлично. А он маленький, да. Все, будешь резать? Не, резать я. Хорошо. Все, ребята, буду отдельными кусочками снимать. Вот, друзья, вот такая красота. Вот она растет. Вон внутри, вот, вешенка. Будем резать. Итак, друзья, разведка показала, что грибы есть, но это всего лишь начало. Как правило, в начале ноября их становится гораздо больше из-за погодных условий. Мы собрали где-то треть мешка, было неплохо. Поначалу не можешь ими насладиться. Уже третий день жарим эти грибы. Поэтому всем желаю таких же находок и удачи. До новых встреч. Пока-пока.